Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Между Викторией Боней и известным психотерапевтом Андреем Курпатовым разгорелся громкий скандал. Модель пришла в ярость от слов специалиста, сделавшего сенсационное заявление врача. Экс-участница шоу «Дом-2» записала большое видеообращение к своим поклонникам в Инстаграм. Она призвала сжигать книги Андрея Курпатова. Так эмоционально она высказалась в адрес медика потому, что тот нашел у нее признаки клинической идиотии. Виктория Боня попыталась пообщаться с психотерапевтом, но разговор не задался. Блогер засомневалась в том, что он вообще является специалистом. В ближайшем будущем она пообещала озвучить симптомы этой болезни. Самой клинической идиотии. Отметим, Курпатов является неоднозначной фигурой. Его методы работы разделяют далеко не все коллеги и пациенты. Напомним, ранее Виктория Боня опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов о том, почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования. Эти посты вызвали резонанс. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока.